Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be? Inside the mirror, do you see someone else in the body? И всем-всем привет, народ, большое спасибо, что подключились, вы вновь на канале Starlight. И мы снова продолжаем играть в Library of Ruinum, библиотеку руин. Если мои расчеты верны, если все calculated, то эта серия будет первой в новом 22-м году. Если так, то с наступившим, да, всех вас, ребят. Я же записываю на самом деле эту серию ровно в тот день, когда была премьера предыдущего выпуска, так что я еще в этом году застрял. Вот такой вот временной парадокс. И для тех, кто не смотрит стримы, конкретно вот этот видос станет последним, в котором я использую свой старый микрофон. Для тех, кто не в курсе, я вот его 2 года использовал, а теперь решил немножко себя на Новый год побаловать и купить чего получше, но это такой офф-топ. Кому интересно, приходите на стримы, задавайте вопросы. А пока что мы продолжим, да, не особо затягивая, пытаясь не особо затягивать. А в предыдущий раз мы встретили карнавал, живые печатные станки и, наверное, первый такой прям люто бешеный момент в сюжете, от которого я такой типа «Что?!» Твою мать, происходит. Да, я думаю, вы помните их. Они даже в экран не помещаются. Альфа и бета и гамма. Это странно. На самом деле, знаете, это... Понятное дело, был небольшой шок. Встреча с карнавалом. Сами по себе они довольно простые были. Учитывая то, что мы рассветный офис уже встретили. А во-вторых, мне кажется, что... Как это сказать... недооценен, что ли, этот синдикат был. Да и вообще, в принципе, встреча этого синдиката портных нужно было просто, чтобы, ну, типа, ну да, портные, ткут ткани для города. Да-да-да, быстрее давайте мы с ними разберемся. И основная фишка вот этого вот сюжетного приглашения, это было то, что нам впервые показали кого-то от Индекса, посланника Яна, вот эти вот указания, которые явно в дальнейшем сыграют более крупную роль. Люди, связанные с большим пальцем, то есть пальцы подворотен, вот этот клан Кьюрокума. А вот качей-то так, окей, чисто катализатор дальнейшего сюжета. А и раньше были такие моменты, но вот здесь вот как-то... у меня было смущение сюжетное по поводу этого эпизода. Не то, чтобы он был плохой, он был занимательный, но то, что он как будто бы... Для сюжета важны пальцы, а карнавал он так, просто так.
Ровно как и офис маляров, типа, окей, офис маляров, здорово. Но все это нужно для того же было, чтобы ввести в сюжет поезд, про который я чувствую, так просто не решится все там за один, за, может быть, два сюжетных приглашения. И здесь такая же история, нам вот как затизерили конфликт пальцев еще в начале легенды, и вот он тут наконец-то начинает хоть немножко разворачиваться потихоньку. А в офисе рассвета такого не было, это было опосредованное продолжение Вая, и тут как раз таки та сюжетная проходочка, которую я привык. Это вот сюжетная прогрессия, да, где одно за другое плюс-минус вяжется. А здесь как-то было немножко резко, понимаете, да, и как-то... просто как затравка на будущее, и я опасаюсь, что так может быть еще и не раз, что конкретно те гости, которые в сюжете, в конкретном вопросном, они не так сильно будут влиять, или вообще они вот встретили мы их, тут мы их положили, а те, кто вторым планом выступили в конкретно данном сюжете, мы сегодня пойдем вот сюда, они будут играть... крупную, чуть ли не определяющую роль дальше, а эти ребята, как-то жаль, понимаете, да, мне за, ну, вот этих вот ребят-катализаторов сюжета. Здесь продолжение идет тоже типа из Цвая, напополам со стрейдогами. Я после карнавала уже и не уверен, что это будет какое-то там непрямое продолжение, тут нам вообще-то нужна страница Цвая и искажения. Так что, казалось бы, это расследование должно быть какое-то... Помните, Цвай говорил, что еще в начале мифа, что они исследуют различные источники, ну, различные искажения, да, на предмет того, чтобы найти источник. Maybe это будет вот одно из этого. Тут всего лишь один акт. Тут везде один акт. Неважно, куда мы лезем, вот в эту вот первую линию это все один акт. А кроме того, мы улучшили ход на четвертый уровень с помощью паучьего логова, что на самом деле немного странно, потому что это что ли дает нам понять, что старая классификация аномалий слаботомки больше не работает, потому что у нас были теты, потом мы как-то на хешки перешли, а сейчас спайдербат, который паучье логово, который снова тет, но при этом он сложнее был, чем красные туфли, я не знаю. В общем, тут у нас образовался четвертый... библиотекарь, да, второй библиотекарь сообщества, и это Лентилсы, Чечевичка. Да, я знаю, меня просили сделать как это на русском пишется, но кириллицу игра не очень любит, поэтому я перевел на английский, добавил уменьшительно ласкательное, и получилось вот это вот, Лентилсы. Если что, я немножко кастомизировал их с помощью страниц карнавала. Немножко кастомизировал, немножко улучшил с другими этажами. Я как-то особо не парился насчет страниц карнавала, потому что у меня, честно говоря, мало времени в час до Нового года сидеть чего-то записывать. Поэтому и запись этой серии, она вот буквально так, как говорится, под руку производится, поэтому... поэтому учитывайте это, вот. Я особо не менял, но кое-кому прикинул страницы карнавала. Тут раньше была вообще страница Джулии, а страница карнавала, если что, это чистое улучшение, если вот так вот подумать. Вот, смотрите, видите? У карнавала побольше хпшек, побольше стагера, и все остальное абсолютно такое же, только слэш-урон не фатал, а уик. И все. Ну и внешка другая, и пассивка другая. Я здесь на кровотечение решил все сделать, открытые раны и все такое прочее, Толика укутал. А так страницы у них... не знаю, хватит ли их для сегодняшнего приглашения, я не уверен. Вот если что, только внешка Сальвадора, это тоже страница карнавала. Вот. Все еще можете меня корить за то, что я паршивые деки собираю, да? Но ведь я прохожу с первого, со второго раза, так что... я не гонюсь за цифрами, я про это уже говорил очень-очень давно. Хорошо. Думаю, можем начинать, что ли, там минут 10, скорее всего, это все ушло. Так что мы отправляемся вот сюда, как я уже говорил, секция 74.
книжки Цваевских и страницы Лоботомки и Дисторшена, я так понял, они не тратятся вообще абсолютно, так что... Очень будет интересно узнать, кто же сегодня тут такой у нас будет. Пожалуйста, больше не надо дичи уровня карнавала, хоть я умом понимаю, что, учитывая ваши комментарии, тут и не такая будет дичь, и нужно ментально подготовиться. Вот. Я вот не могу понять, почему-то у меня супер тихая игра, но при этом я чуть ли не перекрикиваю ее, что за приколы. Надеюсь, что у вас будет все хорошо. Если нет, ну, простите. Ну а мы тем временем начинаем, пожалуйста. Пожалуйста, без дичи. 여러분, 안녕하신가요? 오늘도 함께 예배를 시작하도록 하겠습니다. Что происходит? Ораторий, церкви, шестеренок. О, твою мать, опять какая-то херня происходит. Айлин, лидер... Подожди, церковь шестеренок! А нам про нее не говорили, что это какое-то из искажений? Урбан Плэк, что-то... Помните, помните, нам еще вроде бы в начале мифа говорили про это? Что это такое? А? Реально, смотри, какой-то стул с шестеренками... У нее шестеренка. Это же... она же не в голову у нее вставлена, правда? Смотри, она очень хороша собой за этой вуалью. Айлин. Выглядит, знаешь, как типа... А. Возрадуйтесь же все. И давайте начнем сегодняшний... сегодняшнее поклонение давайте же начнем. Это что, секта какая-то или культ? Что, ну, как бы религии в городе нету, я сомневаюсь, да? Если тут есть какая-то вера, то это, скорее всего, культисты какие-то, да? Пожалуйста, я на секундочку хотел, ну, хотя бы... Ну, если у нее сейчас голова... Я ко всему теперь готов, если у нее сейчас голова раскроется на миллион шестеренок, я буду к этому готов. Я ко всему готов после карнавала, так что давайте просто разберемся, что здесь происходит. Но это, да, это... Ну, типа искажение или что? Либо не искажение, просто случай Урбан Плэга. Я просто помню упоминание церкви шестеренок. В Цвае это было, только это уже смутно помнится. У нее довольно милый голос. Похоже, что у нас есть новый, ну типа, ну как это, новый участник, да? Воршип. Воршип — это кому-то поклоняться. Воршипер — это поклоняющиеся, но, ну, то есть, давайте предположим, что это культ. Значит, у нас новый член, да, нашего братства, чего-то вроде того, потому что культисты себя культистами не называют никогда, или там сектантами, так что вот. А это, видимо, он и есть? А чё он черный такой? Это же означает, что неважно его личность какая-то, или что, или так он и выглядит. 어떤 고민이 있어서? А еще помните, нам говорили, что еще в Лоботомке была эта фраза, что мы все маленькие шестеренки огромного механизма. Если одна из шестеренок дает сбой, ее нужно заменить. И что-то вот вроде того. То бишь, смотри, это вот как амфитеатр такой, и тут стоит вот этот вот стул. Ну такое. В общем... Концерн — это сожаление, да? Какие сожаления, какие тяжкие думы привели тебя в наш ораторий? Тё исан, и тусиэсо сарагаль часинь опсоё. Оу. Дому химдрою. Не думаю, что я могу продолжить жить в этом городе больше. Для меня, ну типа, слишком много, слишком, как это говорится... Я про это на стримах говорил, на английском я знаю, что имеется в виду, но на русском я не могу подобрать уже слова. Вот он, бич, слишком большого количества контента, поглощенного на английском. То бишь, он не может больше жить в этом городе. Слишком забористая дичь в нем для него происходит. И он поэтому решил прийти к культистам, чтобы что? Что? Что же так сильно говорит
затуманивает, да, твой разум. Да? Какие тяжкие думы, да, у тебя в голове, поделись. Все говорит такое тоскливое, унылое, ровно как и моя жизнь. Ну да, в городе все так и происходит. Только сильные становятся хищниками, да, а слабые добычей. Из того, что мы уже успели понять. Или сдаются, или выпиливаются сами. Или превращаются в искажение, такое тоже. Тренд последний такой, да, городской. Мэйр ачим 6시에 일어나 8시까지 직장에 가고 똑같은 표정으로 같은 일만 반복해요. Я просыпаюсь в 6 утра, иду на работу к 8 и делаю ту же самую работу, вижу те же самые лица. Каждый день, день ото дня. На самом деле Роланд про это говорил, но как-то у него с этим не было проблем. Он полностью себя работе посвятил, ну пока не появилась та, что стала его женой. 일이 끝나면 10시가 넘는 경우가 허다하고. И когда я покидаю работу, уже 10 вечера, и вот так вот тянется день за днем, как вне сурка, я хочу разорвать этот порочный круг. И поэтому он пришел сюда. На самом деле это неудивительно, да, что люди утешение ищут вот в чем-то таком, да? 제가 무슨 일을 하고 있는지 모르겠어요. Я даже не уверен, что я делаю. Понимаешь, да? То бишь, я уже даже не задумываюсь. Чем я занимаюсь, я просто на автомате живу. Существую. Дони 벌리는 것 같아도 달마다 빠져나가서 보이지도 않아요. И каждый месяц столько затрат, да, что и богаче я не становлюсь, я работаю, да, на износ. И все деньги почти уходят на расходы, и жизнь не меняется вообще. 출근길, 퇴근길 모두 같은 표정이에요. Да, все, с кем я общаюсь, все, с кем я интерактирую, да, интерактирую там в течение дня, это те же самые лица, ничего не меняется, жизнь серая и унылая. Это, чувствую, одна из самых, самых распространенных проблем в этом городе, так что я вот сижу вообще такой, как я понимаю, да, учитывая то, что мы уже узнали про этот город, и учитывая, ну, современные реалии тоже, хоть и не так гипертрофировано зачастую, но я понимаю, про что он говорит. Я уже не понимаю, зачем мы работаем, зачем мы зарабатываем деньги, или зачем мы живем. Я чувствую, будто бы я потерял свою цель в жизни, свое предназначение. Ну да. 그냥 톱니바퀴예요. Я чувствую себя шестеренкой в большом механизме. О, блин, и ты пришел сюда и такой типа. Здесь, видимо, их почитают шестерни или чего-то вроде того. 맞아요, 정말 그래요. 그냥 톱니바퀴 같은 삶을 살고 있어요. Да, так и есть. Я живу как шестеренка в механизме. И при этом ты пришел сюда. То есть тебе это не нравится, и ты пришел сюда. Как иронично. 이 도시에서 저런 부품이 없어져도 그새 새로운 톱니바퀴를 찾아 갈아끼겠죠. И даже если я исчезну, город очень скоро найдет другую шестеренку, чтобы просто меня заменить. Всем будет пофиг, исчезну я или нет. 전 뭐일까요? 저의 존재 가치는 어디에 있는 것일까요? Что я такое? В чем мой смысл, да, моей жизни, моего существования? На самом деле это прям супер депресняк, то, что вот он написывает. Я чувствую, еще раз в этом городе его поймать вообще легче легкого. 그 마음 이해한답니다. Я понимаю это чувство. И тут он приходит к ним, знаешь, как к спасителям. Те, которые ему цель какую-то дадут или что-то вроде того, да? Ну, пока что все в рамках нормы. Я жду подвоха откуда... Да из любой стороны. 도시 모두가
목적 없이 굴러다니는 톰니아도 같죠. Все в городе похожи на шестерни, которые вращаются бесцельно. Просто чтобы город жил, существовал как огромный механизм. Интересно, она действительно как бы понимает, или она его просто подбадривает и все такое прочее? 그곳 한복판에 있으면 마모되어 가는 거예요. 점차. Да, и... я понимаю, что она имеет в виду, и... я понимаю, что... Как ты себя чувствуешь? Ты медленно изнашиваешься, как шестерня посреди этого механизма. Медленно, но верно. Я, говорит, это все прекрасно понимаю. Говоришь, как прекрасный лидер культа. Говоришь, как Кармен. Ну, если так задуматься. Вы правы, я действительно так себя и чувствую. Однако... Ты уверен, что быть шестеренкой это определенно точно плохо? Я ожидал, что чего-то такое будет, учитывая то, что это церковь шестеренок. Они что, чё, они тут шестеренкам поклоняются? Что происходит? Ну, то бишь, и он приходит и говорит, мне не нравится быть шестеренкой в огромном механизме города. Это очевидно было, что они тут начнут говорить, что типа, да это ништяк, это с какой перспективы посмотреть, ну и все такое прочее, да? Кого? 문제는 우리 스스로 톱니바퀴가 아니라고 부정하는 거예요. Все проблемы идут от того, что мы отказываемся признавать тот факт, что мы действительно все себя представляем лишь шестеренки. А, да, то бишь, это нормально, да? Ну, то бишь, город так живет, как бы, окей. Все мы шестеренки в огромном механизме мироздания, начни ему затирать, да? Нужно просто найти свою цель. 저도 그랬답니다. А, я, говорит, однажды тоже так думал, блин, как она красивая здесь, просто. Тоже выглядит очень странно. А, я тоже, говорит, так однажды думала. 아버지를 잃고 방황하던 때가 있었어요. А, и после того, как погиб мой отец, на какое-то время я потеряла свой путь. Ну, то бишь, я потеряла смысл жизни. О, у нее своя история, она делится с ним. 아버지도... Томниаду 같은 삶을 살아오셨거든요. Видишь ли, мой отец тоже жил свою жизнь как шестеренка обычная. 늘 같은 시간에 일어나서 같은 표정으로 그리고 같은 곳에 갔다가 같은 시간에 돌아. Он всегда просыпался в один и тот же час, шел в одно и то же место и приходил домой всегда с одним и тем же лицом. Слушай, показательно, да? Что она не просто, знаешь, такая культистка, типа, уверуй, уверуй. А, ну, как бы она общается с человеком и говорит ему, что вот, я к этому делу пришла тоже не просто так. Мой отец исследовал шестерни. В смысле, как это? И его целью было решить, ну, вот, те проблемы, с которыми ты столкнулся. То бишь, он был исследователем, ну, как бы, по факту шестеренки он исследовал. Или это такая метафора на социологию и все такое прочее, ну, психологию городской жизни, или что имеется в виду? 한 가지 물건만 보게 되면 그 물체를 담는 걸까요? Что она имеет в виду? И, возможно, после такого большого количества времени, проведенного над исследованием вот этого единого объекта, он сам начал это дело напоминать. Что ты имеешь в виду? В смысле? Ты имеешь в виду то, что его жизнь, это, ну, как бы, из-за того, что он изучал это дело? Или что? Я осторожно буду мыслить теперь, потому что... Мне ясно дали понять, что в этом городе все возможно. Или он подвергся искажению и сам превратился в шестеренчика какого-нибудь там, не знаю. И говорит, когда он работал,
и его, ну как это, складки на лбу, да, все углублялись и углублялись. Они сами начали напоминать зубья шестеренок. Кого? Забавно, да? Потому что учитывая то, что все вглубь и вглубь у него мысли уходили. Как вот эти вот углубления между шестеренками. Кроки абозинен, кыккати души нугиккин томниинце, нугунгаиге саредане. Мой отец всю свою жизнь прожил как проржавевшая насквозь шестеренка города, но в конце концов его кто-то убил. А, может быть, кто-то, кто не хотел, чтобы он дальнейшие исследования проводил или чего-то вроде того. Крон. А, интересно, там было целое слово. Может быть, он сказал типа ясно или чего-то вроде того. И тогда однажды ко мне в голову пришла замечательная идея. Тут такого нету, но мне вдруг Летиция вспомнилась почему-то. Может быть, мы все и есть на самом деле шестеренки, да? Которые приводят в действие город. Может быть, ну так и есть, но что ты имеешь в виду? Нужно как бы не уходить от этого, а гордиться наоборот, или как? Вот это сеанс психологии, конечно, да. Быть может, наши страдания исходят именно от того, что мы пытаемся отринуть свою идентичность, ну, что мы шестерни есть. А вот такая вот вера у вас такая, да? Я заинтересован. Но такая жизнь не имеет смысла. Я устал быть бессмысленной шестеренкой, которая просто крутится день ото дня. Ну да, потому что ты крутишься, по твоему ощущению, не зацепленный, да, ничего не двигаешь. Своей шестеренкой, да, метафоричной альтер-эго. Боже, что происходит? Так и есть. Проблема в том, что ты представляешь себя в виде, ну как бы незакрепленной шестеренки, которая просто вращается и ничего не крутит. То бишь, вы имеете в виду, что даже у шестеренок может быть цель, ну как бы они для этого и есть в механизмах обычно. Да, разумеется. Так, слушай, а вот это на самом деле самый ловкий тип вот этого вот склонения на свою сторону, поговорить по душам и заставить человека не просто как бы прийти, да, к этому всему, а именно что прийти собственным разумением, типа, да, вы правы, и он пришел-то сюда просто, чтобы получить какую-то помощь, совет, может быть, или просто стать частью этого круга, а она именно с ним ведет такой разговор, чтобы он не просто пришел, чтобы чего-то случилось, а сам захотел этого. Это очень хитро, но и при этом это не лишено смысла, то бишь это никакая... она не говорит ничего экстраординарного, вот если подумать. Почему в городе, в котором постоянно происходит какая-то хрень, такие вот условные секты и культы, они не правы, они в какой-то степени правы, да? И религия здесь тоже дикая, вполне себе может быть. Так что... Все, что нам нужно, это найти предназначение, ради которого мы родились. Да, и зацепиться за него. Это на самом деле вот действительно крайне логичная вещь. Тебе следует стать уникальной шестеренкой, которую никакой другой не заменить. С уникальными зубьями. Мы все здесь шестеренки. Просто в этом мире так много говорит шестеренок, которые стенают печали, что они не знают, где они находятся и что им вообще делать, как им жить. Вот реально, вот то, что она говорит, если скинуть покров того, что это какой-то зловещий культ, в этом нету ничего странного, как бы это так и есть. Каждому просто нужно найти в жизни предназначение, ради которого он захочет жить, и все.
и к чему стремиться, а не просто крутиться, как в беличьем колесе день за днем. Я понимаю, что многие жизнь свою не выбирают, но... Я прям активно понимаю идею ее разговора. Как он? То есть? Как он... Мидл суга обсу. А, ну типа, it's... Ну, в это все еще трудно поверить, да? Здесь 계신 분들을 보세요. Взгляни на людей, которые собрались здесь. 당신이 평소에 보았던 도시의 사람과 같은 표정인가요? Их лица похожи на те, что ты каждый день видел в своей жизни? 아니요. 다들 Нет. 행복해 보여요. Они все выглядят счастливыми, и тебя сделаем счастливым. Ты должен быть счастлив. 믿어보세요. Пожалуйста, верь в меня. Ну, на самом деле, верь в меня, да. Я ваш лидер, я приведу вас к свету. Вот реально во мне борются две мысли. Первая — это то, что это какая-то хрень, не нужно на это клевать. А вторая, что типа, ну вообще-то логика в этом своя есть. Да, это единственный путь, который у меня остался. Ну, типа, не возвращаться к, ну, к жизни, ради которой, из-за которой я сюда пришел. 자, 올라오세요. 당신에게 삶의 목적을 부여해 줄게요. Теперь иди же сюда. Я дам тебе смысл в жизни, который ты так ищешь. А это уже страшно. 이 의자에 앉으면 될까요? Мне сесть на этот стул? Он сел на этот стул в середине шестеренками. Ему на голову надели эту штуку. Что они ему сейчас мозги промоют? Может быть, в прямом смысле даже этого слова. Так, я готов. Я приготовился. Я приготовился. Ни хрена я не приготовился. 네. 편히 앉으세요. 당신이 어떤 톱니바퀴일지 알려주는 의자랍니다. Да, садись и расслабься. Это кресло, да, этот стул. Ну, это не стул, это кресло скорее. Скоро скажет тебе, что за шестеренку из себя ты представляешь. Это же безопасно, так? Ни хрена. Я практически на 100% уверен, что ему сейчас полбашки оторвет и что-то случится. Ну потому что, ну камон, такого не может быть. Это же не VR, это же не матрица. Да. Ну конечно, безопасно. Омо, 당신은 생각 톱니셨어요. О боже. Ты превратишься в, ну, типа, мыслительную шестеренку, да? Шестеренку мысли. Ну, thoughts — это мысль. То есть она посмотрела, там, погуглила и такая, блин, слушай, она очень хороша собой. Если вот так вот подумать, да? Но нам про это уже говорили в офисе рассвета. Вроде бы приятное место, хотя, ну, тут жутко. Но в котором такая страшная дичь происходит, что... 생각 톱니요? Он не понял, да, про что она говорит? Мыслительная шестеренка, она-то с большой буквы сказала. 생각 톱니로 삶의 목적을 부여받는 분들은 굉장히 귀하다. Слушай, она прям так воодушевилась, прям в голосе слышно. Это невероятно редко, когда кто-то, ну вообще, когда чья-то роль, чья-то цель — это стать мыслительной шестеренкой, понимаешь? А, да? Повезло, получается, или что? Они помогают мне даже сейчас? Как советники, типа? А чё в смысле? Кстати, мой отец тоже был мыслительной шестеренкой. Так, подожди. Кром... 당신 머리 뒤에 있는 톱니바퀴. То бишь, вот эти шестеренки сзади твоей головы, это... Ой, да нет, ну подожди. То есть, физически, как я и думал... физически в шестеренки превращается человек. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что... Вот эта шестерня, которая сзади ее головы... Это ее отец?
Она же сказала, что убил кто-то отца-то ее. Разве нет? И она какое-то время не могла найти себе место, и потом такая чего-то придумала. А как... Подожди, а как это? Это как человека на флешку записать, что ли? И подключить к себе как... Сефиру? Мне снова голова начинает болеть от этого. Просто это вселенная, ты что? Абузирамнида. Онзена чоэге. Это мой отец. Он всегда делится со мной мудростью о жизни. А как так-то? А как так-то? Боже, можно, пожалуйста, вернуться к синдикатам вот этим вот обычным, которые там офисы борются за жизнь в подворотнях? Пожалуйста, давайте вернемся, пока еще не поздно. А, это, знаете, из разряда «я не хочу этого знать». Особенно учитывая то, что чем дальше, тем более жесткие моменты и более лютая дичь будет в этом городе происходить. Это просто ненормальная какая-то хрень уже. Муапуда, коги томни вундреге, сенгак томни는 꼭 필요한 존재입니다. А есть еще мясные шестеренки, которые всегда составляют компании мыслительным, то бишь... как бы усиливают их. Подожди, то есть вы меня в шестеренку, что ли, превратите? Вот прям вот на самом деле или что? Парень не этого ожидал, судя по всему, да, он думает, ему дадут цель в жизни. Какую-нибудь там работу в коммуне, может быть, или чего-то вроде того, и все. А тут все как... А, боль будет быстрой, временной. А, и скоро за ней последует чистая, ну как бы, fulfillment от слова исполнительность, да. Скоро ты почувствуешь смысл. Он пронзит тебя до кончиков пальцев, до кончиков зубьев, потому что ты станешь настоящей шестеренкой. То есть, я правильно понимаю, что им даже тело его не нужно, им нужна его голова? Они просто возьмут и... Блин, это на Сефир так похоже, если вот подумать. Это очень похоже на Сефир. Прощай, Рип. Все, давайте поприветствуем почтенную и невероятно ценную... Ну, почтенное, невероятно ценное, неоценимое прибытие новой мыслительной шестеренки. Сейчас я чувствую, будет... невероятный ор, так что уменьшите громкость, пожалуйста, в наушниках, потому что вот реально, если его голову всковырнут как орех, это будет громко. Ага. Они реально культисты стоят, подождите, подождите! И все, уже поздно, и эта штука начала работать, и скоро тебя скомпрессирует. Охренеть, это просто ненормальная дичь! Вот поэтому я к зубному не хожу. Нет, я хожу. Я не думал, что так все и будет. Реальный звук, как будто бы бормашинка запускается. Это когда, знаете, в детстве с родителями приходишь к зубному, и тебе там, там мама говорит, допустим, дай, будет не больно, как комарик укусит. И потом ты слышишь, как какой-нибудь другой малой сидит в кабинете и просто орёт так, как будто бы его напополам разрывают. И ты такой смотришь. Было у вас такое? Напишите. С вращением шестеренок. Ну типа, свершится же. Ля, это такие культисты просто. Ну, типа, как шестеренка вращается, так и пусть жизнь наполнит, да, смыслом ее вращения, вот что-то типа того, да? Вау. Чё? Фиксеры полной остановки, full stop. А? Тамаки. Что происходит? Вот опять! То, о чем я говорил! Не просто камерная история, ладно, хрен бы с ним, про церковь шестеренок, нет, тут какие-то еще персонажи появляются, там чего-то слышать. Так вот она, Элин.
лидер культа церкви шестеренок. А, может быть, это вот как раз-таки та группа, да, которую, помните, с вами говорили, что мы людей пошлем во все предполагаемые источники. Может быть, это вот они и есть, да? Что Свай нанял вот этих вот ребят, что типа пойти проверить церковь шестеренок. Церковь шестеренок же стрейдоги ходили, было тоже такое, слушай, а, окей, ладно, какой-то смысл в этом всем есть, но это не менее дико, слушай, какие они. Ну, XRE обычные, да? Что это за оружие у них такое? 이런저런 톱니들을 봤지만 생각 톱니는 또 처음 듣네. 스테판, что это такое? Я разные шестеренки видел в моей жизни, но мыслительные шестеренки — это что-то новенькое. 지금 행해지는 것이 그 의식인가 보군. Левай, Левай, Стефан и Тамаки. Слушай, они круто выглядят. Слушай, это должно быть тот самый ритуал, про который мы так много слышали. А. Джун Ли, ты? Кэна, коротышка. Они что, мудрее становятся от того, что напрямую шестерни присоединяют, ну, к задним частям своей головы или что? Ну да, это как дополнительные мыслительные ядра получаются, когда ты меняешь там два ядра, два гига на чего-то получше. Это ненормальная дичь. Но все еще ниже карнавала по дичи, как мне кажется. А может быть, я просто небольшую резистивность к этому делу выработал. Это бред какой-то. Это полный идиотизм. Ну, понимаете, да? Я упрощаю, ребят. Мы здесь все культурные люди. Так, давайте посмотрим. Директор Юджин из ассоциации ШИ попросила нас... подожди, то бишь они здесь по приказанию Ницвая? Про ШИ мы слышали? ШИ, да, подожди, ШИ, это же прямо в начале чумы было, да? Четверка, смерть, вот это вот. Уничтожить 10 идолопоклонников, ну, поклоняющихся, да, культистов церкви, нейтрализовать их лидера и захватить ее. Ну, то бишь, нейтрализовать в смысле не убить, а чтобы ее просто отключить и доставить. Я и не ожидал, что директор ассоциации ШИ второй секции, то бишь они все по секциям работают, окей, лично даст нашему офису этот запрос. Что-то сраное назревает, да, это ненормальная дичь. Это напоминает мне, как Мьё из ее корпорации лично какому-то маленькому офису маляров дала задание... пробраться в библиотеку, ну, зачем-то через поезд, который даже не был нужен, судя по всему. Что-то странное в городе происходит. Камон, это странное происходит постоянно. Ну так что, сколько сидеть-то будем и наблюдать? Стрелять-то будем? Это огнестрелы? Подожди, так не было же огнестрелов еще в истории, все же на мечах тут боролись. Я уж начал думать, что здесь, как во вселенной Дюны, огнестрелы уже не имеют смысла, потому что там силовые щиты и все такое прочее. Или, может быть, огнестрелы — это дорогая штука или чего-то вроде... Это огнестрелы? Серьезно? Только не говорите, о боже, только не говорите, что мы переходим к дальнобойным атакам, в боях или чего-то вроде такого. Если так, я не знаю, что со мной будет. Кидарё. Ждите, ну, ждите моего сигнала. О, божечки, какой прекрасной мыслительной шестеренкой ты стал. Я удостою тебе чести быть моим компаньоном. Она тоже к своей голове приконнектит его, или что? Воу.
아시게 될 거랍니다. Совсем скоро уже ты поймешь, как прекрасно быть шестеренкой со своей целью. Какой-то маленькой шестеренкой он стал. И теперь я понимаю, почему вот здесь две шестеренки. Я такой сидел, думал, так одна же всего. Она просто напитывается силой других, особо мудрых, да, особо уникальных. И становится что, мудрее или что? Для чего ей это нужно? Это мне, знаете, напоминает биотехнологии, которые были у Тейна из офиса Крючев. 그래요. 처음은 힘들죠. Да, возможно, некоторое время, ну, какое-то время на то, чтобы привыкнуть, должно пройти, да? Кому? Ему в шестеренке. Он вообще, интересно, он просто как мыслительный блок теперь, или какая-то часть личности в шестеренке таки сохранилась? Или ты имеешь в виду, что ей с более расширенным сознанием, или что? 조금만 굴러보는 거예요. Давай же, начни вращаться понемногу. 네, 다른 분들과 천천히 한 바퀴씩. Хорошо. 한 바퀴씩. Вместе с другими. Нежно вращайся, потихоньку, помаленьку. Это дико, я не вращаю друг друга теперь, как бы усиливая. 저희 아버지께서 분명 친절히 도와주실 Мой отец거예요. С радостью поможет тебе. Мы, говорю, мы уже в зазеркалье в настоящем находимся. Я порой даже пытаюсь отключить здравый смысл. Потому что если я его включу, тут можно поехать далеко и надолго. 그렇죠? 행복해지죠? Видишь? А с кем мы сталкиваться будем в этом эпизоде? Вот так. Это же делает тебя, наполняет тебя счастьем, не так ли? 저도 굉장히 기쁘네요. Я очень рада знать, что ты счастлив теперь. Вот реально, лоботомия такая, привет! Мы тут это самое, излечиваем человечество, не менее парадоксальная цель. И вы тоже все шестеренки в механизме нашей корпорации. Напоминает, а? 신도 여러분, 오늘도 길 잃은 톰니 한 분이 행복의 길을 가고 있어. Мои дорогие последователи, сегодня еще одна потерянная шестерня нашла свой путь к счастью. Теперь она звучит очень по-сектантски. Пославьте отца нашего, да? Если вот так задуматься, то за исключением вот такой вот дичи, реальные религии-то не особо отличаются от этого всего. Восславим же, ну, это кто? А лайте, ну, это паства, да, типа? Не? 조심하라고요. А? Что вы имеете в виду, будь осторожна? Они прямо в голову мысли передают, знаете, как в Hellblade, когда у главной героини шиза и куча голосов в голове, которые подсказывают ей, что делать. Они предвидят. Они, слушай, может быть, она будущее может читать с этим всем или что? Сигумья. Сейчас. И они и тут я начинаю шмалять, да? А что происходит? И она уклоняется, прикинь, если она там предвидит. Это она говорила до. А типа что происходит, Айлин? Шестерни, бедные шестерни, или они расстреливают других? Пожалуйста, не делайте это. Кем бы вы ни были, пожалуйста, оставьте нас. Теперь мне даже немного жаль, конечно. Мы просто хотели жить счастливой жизнью, следуя пути, обозначенному нами судьбой. А. И они же не крадут людей, они сами к ним приходят, если вот так задуматься. Ну, вроде как. Черт, почему, говорит, ну, почему по ней так трудно попасть, да? Она уклоняется, как будто бы. Похоже, что она даже не уклоняется от пуль своими собственными рефлексами. Как будто бы шестерни предвидят, и, ну, не то чтобы управляют ей, а как щупальца у доктора осьминога, да, они помогают ей. Похоже, что что-то предсказывает
траектории пуль для нее, офигеть. Эти мыслительные шестерни на ее голове вращаются как безумные. Черт, это плохо. Мы рукой и ногой заплатили за эти пули. Что? В смысле? Тамаки, думаешь, мы можем, ну, как бы предсказать... Ну, обмануть, да, эти шестеренки как-нибудь? Я справлюсь. Бам! Смотри, попали по ней. Смотри, реально всех поубивали они. Остальных, у кого не было шестеренки. А че у нее три шестеренки теперь? Откуда они берут? Офигеть. А они бы ее убили бы так, наверное, да? Ну и все. Я до сих пор не понимаю, как здесь... Офигеть, там мясо. Тела уже нету. А как тут вообще библиотека-то замешана в таком случае? Зацепил я. Да, ее. Плечо. Ну тогда покончи с ней. И все. Воу. Твою мать, что происходит? Ненавижу такие сюжеты. Аргалия. Лазурное эхо, а? Пуля, созданная логикой ателье, что? Вот такие моменты я ненавижу просто в этом проклятом сюжете, когда ничего не понятно, но очень интересно. Сюжет-то начался про, ну, совершенно логично, про церковь шестеренок, потом вот эти фулстопы влились сюда, потом какой-то чел, ты же чел, правда, влился сюда, который ее как рыцарь закрыл. Вы тут, ребята, дорогущие пули используете, а? Для какой цели? Слушай. У него голос? Слушай, это не тот голос, который был в начале чумы, который... куда-то приходил и запрашивал помощи насчет библиотеки. Ну просто, я тогда обращал внимание, что он такой какой-то вот как змея извивается. Да, слушай, это он и есть. По-любому. Лазурное эхо. Ну, синее эхо, но не суть. Вы... Вы тот самый человек, о котором мой отец постоянно говорил. А? В виде шестеренки или в виде человека еще? Что типа когда-то придет твой рыцарь. Это на самом деле все очень красиво, но... Я все еще не понимаю. Думаю, так и есть. Они знакомы или он просто ворвался? На... Танчини пирюанде. Навакачикачу суикесо. Скажи, раз уж я тебе тут так пригодился, ты пойдешь со мной? А? Ну, выглядит, конечно, прям, да. Кромньо. Царан Томнинен. Танчини кидаринга. Да, конечно. Я ждала вас всю свою жизнь. Ну, то бишь, идеальное, да, наполнение шестеренок во мне. Идеальное дополнение к шестеренкам. Но вообще она имеет в виду, что вы та самая шестеренка, которая идеально соотносится с моей, да? Ну, то бишь, вы поняли, что имеется в виду. Так, подожди, ну, то бишь, он реально, он просто ворвался, и она такая, вот, это же вы, избранный. Кого? Кумаво. Ну, спасибо. Андре. Нет, говорит, так не пойдет. Усон, чё чингудельбутто. Но сначала мне нужно позаботиться об этих ребятах. Подожди, а вот он, типа, лазурное эхо... Имеется в виду, что он свет? Или что? Ну, как красный туман, типа, а? Как-то цвета очень резко ворвались в нашу историю.
Опять, я говорю, это уже не камерная история, которая вот про что-то одно, окей, бой и все. А это какая-то история с заделом на будущее определенно точно, потому что... Кто у нас главный участник, да? Против кого мы будем сражаться? Явно не против шестеренщиков, потому что они мертвы все, кроме Алин. Явно на нас не кинут свет. Вот эти ребята. Если так, то это немного грустно, потому что это опять ребята, которые катализатором служат для сюжета. Которых мы быстро перемелим. И весь сюжет был нужен для того, чтобы вести церковь шестеренок. Вот этого Аргалию. И все, и как-то они там в будущем будут чего-то там делать. Я не очень люблю такие повороты. Плюто? Эйлине дольдочкесо? Плюто, можешь за Алин пока что присмотреть? Томакча. Бегите, бегите! Они явно не на уровне цвета находятся. Если они там ребята уровня там 4-го грейда или чего-то вроде того, но если так задуматься, то они вряд ли с цветом справятся, если вот так. Который вообще из ниоткуда вылез. А? И они убежали. Какого черта там происходит? Почему вообще здесь лазурное это эхо находится? Подземный проход. Они пытаются убежать. Надо мулла. Вообще не представляю. Черт, выглядит так, будто он пытается убить нас. Если мы эту работу провалим, мы банкротами станем, ну, из-за того, что мы настолько пули разолились. Пули столько стоят дорого у вас, как так-то? Это же, ну... Или тут простые пули не канают уже, ну... Как сейчас, да, которые используют. Или как? Это же прекрасный мир будущего. Как это пули у вас в дефиците? Или реально это какие-то особые пули? Дай угадаю. И они от отчаяния, как половина, даже больше половины гостей, которые приходят в библиотеку, решат сунуться сюда, к нам. Потому что так и так с ними все покончено, или что? Вы же видели, как лазурный эхо отражал наши пули, то бишь просто в лету, да? На лету. Нам с ним вообще никак не справиться. Забудьте обо всем. Нам нужно бежать и попытаться выжить. Мы почти у выхода. Вау. Привет, друзья! Офигеть! Это чё, коса у него? Вау, какой он роскошный! Это же он, правда? Волосы длинные. Но вау, какой он роскошный! И вау! А как он, типа, просто... аниме! Опять аниме началось! Тоже попросил вас, ребят! Выполнить этот маленький запрос, интересно. Они тут при чем вообще, ну типа ассоциация их отправила и все. Слушай, а разве не было этого разговора, типа вот мне нужно, чтобы кто-то сходил куда-то, ну да к библиотеку жене из ассоциации Шив, как раз второй сектор, про это говорили. Это не про них речь-то была? А если была речь про них, то почему он им мешает? Или все было задумано изначально так, чтобы заставить их пройти библиотеку вот от безысходности или что? Опять просто используют людей. А, черт, налево! Они тяжело дышат, вам от него не убежать, учитывая, как он передвигается просто. Никуда вы не убежите своими медленными маленькими ножками, вау. Если только какое-то чудо с небес вам не... Ну, понимаете, да? Если жизнь...
какое-то чудо вам с небес не пошлет, намекая на то, что сейчас у вас там окажется приглашение, вы сиганете, это то, что я хотел. Мне почему-то кажется, что если бы он их хотел убить, он бы сделал, учитывая, что происходит, твою мать. Да? Или как? Черт, может быть, пушки стоило сбросить? Ты что, поехавший? Они стоят целое состояние. Мы их никогда не сбросим. Но и спрятаться мы не можем. Вы же понимаете? А Ливай, а вот это... И вот она из кармана достает приглашение, типа, смотри, чего я нашла. Это наш единственный способ. Ну да, да. Это выбор без выбора опять. Слушай, а что-то слишком много событий происходит тут, а? Не чувствуете? Моя. Что это, приглашение? Это насчет библиотеки, да, или типа того? Слышал, что Хана подняла ее до уровня городской чумы сейчас. Ну да, но как бы церковь шестеренок это... То есть мы как церковь шестеренок сейчас для города. Я понял, те, кто хотят, нами интересуются во все. А, посмотрите, как вы забились, прижались друг к другу к углу. В углу. Как кучка маленьких цыплят, которые прячутся от холода. Он вообще, знаешь, такой человый парень, который точно знает, что... Я захочу, вы все тут помрете, да? Стандартный персонаж, да, аниме, который невероятные силы и знает, что мало кто с ним сравнится. Фрунзанян, уриган ноэ ирэ мангчоттамян. Лазурное эхо, простите, что помешали вашим делам. Ну типа, а чё, как бы, ты нас, это, агришься на нас, мы же только делаем свою работу. Ёксо пон готтэр, иссаттан илдэль чонбу ижэльтэни. Мы... Понэджусэ иккэссо? Обещаем забыть обо всем, что видели и слышали здесь. Так что, можно мы пойдем, а? Нет? Нет! Чувствую, нет. Но? А чё, в смысле? Такой, типа, вы чё, серьезно, да? Вот таким дешевым трюком пытаетесь отвратить меня от вас? Но, боже, какой смех просто. Но? Просто, знаешь, Джокер, ты вышел. Хорошо, но под одним условием. Скажите, кто дал вам этот запрос? Ну, если так, если подумать, то камон, они сюда пришли просто не потому, что сами захотели, а это же офис. Офисам ассоциации дают запросы. А чё такого-то? Я даю вам 10 секунд. А типа, а в чем проблема-то? Типа, я не понимаю, ну сказать, ну мы работаем на этот, на ши, или так нельзя. Ку? Девять, он читает такой. Да давай, Ливай, сделай что-нибудь с этим приглашением, а? Ю? Жесть. У кого-нибудь ручка есть? Нам нужно подписать это. О, пеньрамен йоги. А, вот, мою возьмите. Кого в смысле? Нет, так это серьезно, это его расчет, ну камон. Ну, как хотите, ну типа, не спешите. Он к этому блины подводит, ну видно же. Он либо с ними играется, либо... Ну очевидно же, да? Ча? И считает такой. Безумец. Быстро подпишите здесь свои имена. Три. И они исчезли. Ну вот. Наконец-то истинное шоу начинается. Как вы думаете? Это же не пролом четвертой стены или что? Или это вот он говорит тому самому Плута. Некому, с которым он сюда пришел, которого нам не показали.
Это действительно, вот если задуматься так, и чувствуется, что вот те три главы, которые были до этого, я вот об этом хотел сказать, как будто бы, знаете, это вот, если всю игру сравнить с шахматной партией, по сравнению то, что началось с Чумем, вот реально пролог и первые три главы, это, знаешь, это вот как организовать шахматную партию, поставить стол, стулья и все такое прочее. И такое чувство, будто бы четвертая глава, это еще не начало партии даже, это определить, кто будет играть, расставить фигуры, максимально подготовиться, то бишь здесь я чувствую столько тизеров на то, что в будущем будет происходить. Может быть, первые ходы. А первые три главы это так, ну, подготовочка. Если так, то немного страшно. Хотя многие азиатские игры этим страдают, они долго запрягают, и потом все это постепенно, все объясняют, все вот это вот на пафосе история продвигается, и в конце вжух! Самая яркая вспышка. И вот тут такая же история чувствуется. Вау! Кромню. Ну конечно, тот самый Плуто. Вау, это что происходит? Боже. Чисто череп. Ну слушай, он на стиле тоже. Но какие-то когти, это что? Хвост? Что? Вот я серьезно, я сижу и такой типа. Окей, так. Ни хрена не понимаю. Ну понимаю, да, что что-то происходит, чего-то крупное грядет, но какие же вот мелкие сошки, вот эти вот ребята из офиса. Опять, как я и говорил. Фрэнчанян. Лазурное эхо. А ты в курсе, да, кто он? Или как? Во, слушай, она умна. А его имя напоминает Красный Туман. Слушай, это ты ловко подметила? Во, ну вот как я и думал. Права. А оба они это корректировщики высшего ранга, которые получили цвет от ассоциации Хана. А в чем его... Ладно, я думаю, пока что абсолютно рано задать вопрос. В чем его интерес по спасению Айлин? В чем его интерес по... Ну, насчет библиотеки? Я думаю, вообще рано спрашивать такие вопросы, потому что... Ну, вы понимаете, почему. Это все один большой тизер. Они даже выше первого ранга. Ну да, да, мы про это слышали. Вот. Интересно, почему такой способный корректировщик так рано в нашей истории появился? Вот-вот. Среди корректировщиков полным-полно странных, да, ребят? Но Лазурное Эхо — это просто топ-1, он прям настоящий безумец. Серьезно? Ну, он и про это в курсе. Я, говорит, обычный фиксер 9... Ну, нет, он говорил, что да, он как бы фиксер 9 ранга, но он был офигенным чуваком. Как бы окей. То бишь, он знаменитый или что? Я думаю, что все именные цвета, вот эти вот корректировщики, они как легенды городские. Ну, не в плане ранга, а в плане... Ну, по факту, да, про них все в курсе. Это мягко сказано, говорит. У него определенно точно есть способности, талант. Ну, даже если учитывать то, что с головой у него не все в порядке. Я понял. Нам бы не встречаться бы с ним, а? Особенно если он зациклится на этом месте, я чувствую, будет не очень хорошо. Я увидела, да, что способностей у него хватает, когда он начал отражать вот эти вот выстрелы. Вот почему огнестрелы не используют, да, часто в городе. Они не очень эффективны против действительно компетентных оппонентов. Ну да, но почему бы огнестрелы не использовать в низах, там, допустим, до 5 ранга или там до 3-го? Ну, почему бы?
확실히 지금까지 방문한 손님들 대부분은 вот, 총기를 вот. 사용하지 않았어. 왜 사용하지 않는? 아, и вот теперь, когда ты это упомянул, я заметила, что большая часть гостей, вообще, окей, все, которых мы до сих пор встречали, у них не было огнестрелов. Есть какая-то другая причина, почему их не используют? Ну да, кроме того, что каких-то там топ-грейдов все равно не прошибешь, потому что они на лету, как ниндзя, отражают. Но вот как раз-таки, почему в низах это не используют? 비싸거든. 정말 비싸. 그래서 비효율적이고. Все дело в цене. Огнестрелы ужасно дорогие, и они просто не стоят этого времени, да, потраченного на них. Ну, то бишь, заработок. А почему? Почему? Даже в нашей реальности, ну, огнестрелы, в принципе, можно себе позволить. Они не стоят там сотни тысяч. Ну, есть и такие экземпляры, но... Я не совсем понимаю. Или какие-нибудь там пиломечи, напоминающие вархаммеровские, стоят дешевле. Я не могу понять. Или опять-таки пули... И обычная конструкция, она уже не канает. 총도 총대로 비싸지만 저 불쌍한 녀석들 말대로 탄환 가격이 장난 아니야. одни пушки-то стоят дорого, но пули еще дороже, как эти бедняги сказали. Я этого не понимаю. Ну, я думаю, вы так и так напишите, да, об этом в комментариях, там в чате, неважно. Я чувствую, это будет еще одна серия, которой чисто одна встреча, и большего абсолютно ничего у нас не будет. Потому что я смотрю, у нас там уже больше часа времени, а мы даже не начали. Прямо как с офисом рассвета. Производство пуль может быть довольно затратным. Слушай, а мы же видели этих кроликов, да, которые вообще-то огнестрелами пользовались. Разве нет? Аномальное оружие, ну, окей, ладно, это может быть нестандартное для города, но аномальное оружие из лоботомки, оно тоже было, там были свои огнестрелы. Это очень любопытное, вот еще одна любопытная, ровно как и ткани, часть города. 물론 그것도 있지. 하지만 제일 말도 안 되는 건 머리에서 총기류에 책정한 세금이야. Так оно и есть, но самый крупнейший фактор, почему оно все так, это налоги. Который глава наложил на огнестрелы. А почему? Почему главе невыгодно, типа, это что, дисбалансит город? Если даже самые такие вот простые бродяги в подворотнях будут огнестрелами пользоваться. Типа, такое чувство, будто бы 90% пуль или огнестрелов — это налог от главы. Плати налоги! Что за бред? Чонги чонгюмада таргетчиман. Ботунг танчанг дугея капква сельманан чонги гагеги. Офигеть! От оружия, конечно, зависит, но два полных магазина, ну, с пулями, стоят примерно столько же, сколько само оружие. Что? Как так-то? Вот это вот, слушай, вот это вот еще большее впечатление на меня производит, как чем даже церковь шестеренок с ее превращением людей в шестерни. Я не могу этого понять. Ну, нет, я как бы понимаю, но при этом почему так-то? 사무소 단위로 쓸 탄환을 구비해 두는 것보다 사무소 전원에게 강화 시술을 해주는 게 더 싸게 먹힐 거야. Да даже целый офис, целому офису аугментации, да, улучшения произвести дешевле, чем снарядить их пулями, да? Это просто вау. 성능에 따른 효율로 보자면 말도 안 되는 거라고. 자연스럽게 총과 탄환을 제작하는 공간도 찾아보기 힘들고. Да, говорит, цена слишком высока, и не всегда она оправдывает, да? Ну, не всегда... Такие траты оправданы, вот что. Поэтому очень сложно найти мастерскую, которая нормальные пули и оружие производит. 심지어 취득하기 까다롭다고 소문난 총기류 제작 면허를 받은 공방에서만. И кроме того, мастерским зачастую даже не позволяют производить это все без надлежащей лицензии, которую тоже геморрой получить. А? 이유가 뭐라고 생각해? А как ты думаешь, почему так? Вот, во, это хороший вопрос. Почему так-то? Почему огнестрелы настолько недоступны в городе? Это только предположение, но мне кажется, что в городе не хотят, чтобы убийства слишком просто происходили.
А вот мечами, всякими оружиями, бионическими лезвиями — это за милую душу. Это один из, знаешь, таких причуд главы получается. Одна из причуд главы. Вы в моих голодных играх должны сражаться так, чтобы было интересно. Босс? Да, убийство. А кого убивать? Самый. Людей в основном. Людей в основном. Типа, а кого убивать-то в городе? Ну, люди убивают друг друга. Это одна большая арена. Все еще думаешь, что этот внешний мир — это такое интересное, прекрасное место, Анжела, а? Я просто к этому всему отношусь как. Мне это очень интересно, но при этом я все еще чувствую, что это какая-то дикая хрень, которая в голове порой даже не укладывает. 그런 배려가 있을 줄이야. Я и не ожидала, что правители города такие гуманисты. Гуманитарии. Гуманитарии, да. А, 당연히 머리와 이 도시가 사람의 생명을. Это не потому, что глава и город ценят человеческую жизнь или что-то вроде того. 사람이 사람을 시시하게 죽여선 안 된다는 철학? 뭐 그런 것 같아. Это все дело в их странной философии, что процесс убийства не должен быть таким простым и ощущаться как что-то незначительное. Дивный новый мир, что такое происходит? Да, но как бы против нас один хрен. Гости с огнестрелами сейчас будут, а у нас одни мечи. Я не думаю, что мы находимся на уровне высокоранговых фиксеров прямо сейчас. Наши люди. Очень забавно, говорит, смерти могут быть довольно незначительными, даже без пушек, типа, какой смысл в смертях? Какая разница, как кого там убьют, если, ну, смерть — это смерть. Ну, здесь ты права, да. Смерть — это дело одной секунды, имеется в виду. В любом случае. Ну и вот они здесь. Вдумайтесь, мы даже не начали. О боже, похоже, что за нами он сюда не последовал. Такое чувство, как будто бы этот... Омнисен, боже, я знаю это слово. Ну, такое чувство, будто бы с нами просто играются, да. Я тоже про это говорил. Такое чувство, да, будто бы он все знал, да, и так, и кто нас отправил на самом деле, и что мы сделаем, и то, что мы в библиотеку пойдем, и все такое прочее. Нам следует быть благодарными, что нам как-то удалось вообще выжить. На самом деле, если здесь все действительно превращаются в книжки, да, которые потенциально можно обратно превратить в людей, да, вам повезло, что вас просто не порезали где-то в туннеле, и вы не умерли по-настоящему. Но это... Не знаю, насколько они хороши. Степан, 너무 긴장하지 마. Ладно, давай-ка без нервов, Степан. А как мне не нервничать? Мы вот в библиотеке, о которой мы ровным счетом вообще ни хрена не знаем. И с чего нам делать теперь? Ну, играть по их правилам, видать. Ты вообще в курсе, что пуль у нас практически не осталось? Вообще смысл было от него убегать, если мы здесь все равно помрем? 그럼 당연히 좀 더 나중에 죽는 걸 선택해야지. Ну тогда мы должны хотя бы попытаться умереть получше. Это, слушай, это очень забавно. Не только что про простоту смерти говорили. И они вот ровно про это говорят. Умереть более достойно. 어차피 인간은 언젠가 다 죽는데 그냥 지금 죽자는 거랑 뭐가 다른? Все люди умирают. Нет смысла оттягивать неизбежное. Чё себе, как просто они об этом говорят. Ну как, вот эти вот двое. Он явно не дошел до этого уровня просветления еще. 그건 또 맞는 말이네. Или дошел. Ну ладно, смысл в этом явно есть. 걱정 마. 내가 잘 해볼게. Не волнуйся, я сделаю все от меня зависящее. 환영합니다, 손님. И вот она такая. Привет, дорогие гости. 안녕하세요,
곧 죽어서 당신의 책이 될 예정인 스테판입니다. Привет, я Стефан. Это знаешь, как собрание А. Скоро я буду мертв, ты меня поставишь книжкой на своей полочке, я уже смирился. 이 손님은 기운이 없으시네요. 책이 될지 책을 얻으실지는 손님에게 달려 있답니다. 아, как-то ты в себя не веришь, да, дорогой гость? От тебя зависит, станешь ли ты книгой или с триумфом вернешься, ну, к тому, чего ты там делал. А какой смысл? Ну, вернутся они в город, окей, и что? За ними же все равно, как они думают, эхо будет охотиться в любом случае. Ну, выиграют они здесь или умрут, ну какой смысл? Блин, он такой забавный просто. Ладно, хорошо. Спасибо за добрые слова, таким, знаешь, голосом максимально уже смирившимся. Ты все наше настроение испортил. А она же ему говорит, да, что типа мы хотели тут с гордостью, выпечив грудь, поприветствоваться, а он такой просто кляксой расползся и... Что ты сделал, а? 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. Не обращайте на него внимания, а? Мы тут немного спешим. И у него глаза, да? Любители джунглей из Геншина такие потекли. 저희는 볼 일만 보고 돌아가겠습니다. Мы закончим здесь дела и вернемся. 이해합니다. 다양한 손님들이 각자의 사정을 안고 오는 곳이니까. Я понимаю, разные гости посещают это место по своим собственным причинам, да, и целям. Это тот самый casual talk, как это было с офисом рассвета. 더 무례하신 분들도 계셨으니 걱정 마시길 바랍니다. Здесь были намного более невежливые гости, так что не беспокойтесь, да, насчет своего поведения. Вы лучше, да, чем многие. 푸른 잔향이나 이 녀석이나 둘 다 싸한 건 마찬가지인가? Блин, ну ты шутишь, а? У меня плохое чувство насчет этой леди. Она такой же жуткой кажется, как и то лазурное эхо. Она похожа на него по стилю, кстати. Если вот так вот задуматься, да? 차라리 아까 깔끔하게 푸른 잔향에게 Быть может, лучше было бы умереть от рук лазурного эха, чем тут все-таки. Это... Ну, это грубо, Стефан. 조잘조잘 앵무새 새끼도 아니고 얼른 들어가기나 해. Говорит, хватит клювом щелкать. Ты что, этот самый попугай или что, одно и то же повторять? Просто заходи уже и все. Они сюда заходят? Я вот только сейчас об этом подумал. Или как? Ладно, говорит горячая голова. Может, вы найдете вашу книгу в этом месте? Ну, не, этот сюжет, он просто потрясающий в плане задела на будущее. И на самом деле все очень хорошо. Просто я не ожидал, что настолько много будет в этом сюжете, скорее всего. Пока что это самый важный сюжет, получается, из всех, что мы до сих пор видели. Они же, по идее, должны быть проще, чем рассветный офис, или как? Серьезно? Один на один и всего лишь троих мы можем использовать? Тогда, может, не имеет смысл конкретно этот этаж юзать, если мы все равно не можем? Ладно, хорошо, Левай. Смотри, у них офис поближе, потом посмотрим. У него явно фиолетовая страница, и он слаб к персам. Это нужно учитывать. Блан буст 2, блан дамаг больше, концентрация. В первой сцене получает больше мощи, о, это интересно. И у них как будто бы золотых страниц нету. Тыль замечена, сингл юз, это расходник типа или что? За единичку, сингл юз. Да, это реально расходник. Накладывает хрупкость на следующую сцену. А? Полная остановка жизни. Серьезно. Тоже. Ну слушай, вот эти вот страницы очень даже неплохие. Подожди. Ха-ха-ха, я понял. Видите, рядом справа вот название мечик. Я постоянно, ну, обращал на это внимание. Это типа милишная страница. А вот тут ружье, это типа дальняя страница, или что, если так, то. Как вообще дальние страницы рассчитываются в этой игре? Ну и здесь у нас из теней
накладывает кровотечение. Это тоже милишная страница, то бишь забавно, но только зеленая страница здесь дальняя. А все остальные страницы очень даже неплохие для улучшения как раз таки холд и не только. Если вот так задуматься. Ну и у него самый крутой закуп, по идее. У Стефана тоже слабость, но у него слабость именно что к слэшам. И он бустит пирс атаки и слепой огонь. В первой сцене получает плюс 2 мощи, то бишь это как концентрация, только еще лучше. Слушай, эти пассивки мне нравятся, их нужно выфармить. Воу. Ну типа, выстрелы, да? Град стрел. Ну не стрел, град пуль или чего-то вроде того. Тут на самом деле игра слов. Take a shot — это типа выпей, да? Но тут имеется в виду другое. Именно что по рту град пуль. Тоже расходник. Блин, серьезно? Понятное дело, что дальние атаки — это не ближние. И пули они расходуются, но... Страницы расходники, серьезно? Это интересно. Для единички очень даже неплохо. Я ненавижу CQC. Это что такое? Напишите. Тоже дальняя атака. Да черт тебя дери. Не шагу больше. Еще одна дальняя атака. Это все расход. Слушай, они могут свои страницы исчерпать или как? Интересно стало. У нас же не расходуется карта, они просто перетасовываются. А вот у них явно расходуется. А. Воу. Вот это вот как раз таки есть град пуль, да? Они еще снежным комом работают, накапливают силу с каждым попаданием. С каждым проигрышем, наоборот, смотри. Слушай, 1-8, 1-8, и с каждым проигрышем следующий дайс все лучше и лучше. Это мне не нравится. Ну и Тамаки, которая снайпер. Защитные дайсы. Не, подожди, офенсив. Наоборот, агрессивные дайсы получают плюс 3 силы в первой сцене. Да что такое происходит? Еще хуже. Просто вау. Хедшот. 5-12, вау. 5-12, ну окей. У нас было чего-то похожее. Вот здесь, да. Здесь, правда, 4-12. Это вообще-то фиолка. А это зеленая страница. Ну просто вдумайтесь. Это еще и расходник, и дальняя страница, да. Ответный огонь. Слушай, что-то очень много оранжевых страниц, мне это не нравится. И... Воу! Прямо в яблочко, да? 6-20! Вы чё? Слушай, а чё так мощно-то? Мне страшно, вау, мне просто страшно. Может просто взять этаж Малхута и не париться, который у меня мощнейший? Или попытаться через Исода? Я даже не знаю! Мне как-то не по себе. Потому что что-то этаж Малхут как-то неохота. А здесь у нас сильнейшие страницы из тех, что у нас есть. Давайте, Малхут. А то как-то я не уверен в остальных этажах. Мы можем даже не справиться с первого раза. Ну, в общем, сейчас увидим. Ага. Вот тут нам решили напомнить Миле. Вот как раз-таки по иконке определяется самый основной тип боевых страниц. А когда мили... Ну, ближняя атака клышится с дальней атакой. Агрессивный дайс, да, атакующий дайс не может напрямую задамажить оппонента, который рейнджовую атаку сыграл. Но это логично, мы как бы пули отражаем сначала. То бишь, нам нужно и пули отразить, и после этого дойти по факту до цели в упор. И в упор попытаться тыкнуть. Слушай, это неприятная хрень, если задуматься вот так вот, да? Так, я немножко отвлекся. Что имеется в виду? То бишь мы не можем мгновенно, если мы выиграем клэш,
задамажить, если мы проиграем, понятное дело, пуля в нас просто попадет. Однако, если мы выиграем клэш и будем выигрывать до конца, я не совсем понимаю, что имеется в виду. Имеется в виду, что нам нужно подойти к цели сначала, отражая все его атаки, и только потом жарить по нему. Это мне не нравится. Правильно, что у них всего по одному дайсу? Если по одному дайсу, это будет проще. Если по несколько, это будет не очень хорошо. А вот рейнджовые атаки. Рейнджовые страницы всегда играются до милишных, независимо от скорости. Вау! И они менее распространенные, да, стреляют издалека. Даже если мы своими рейнджовыми страницами проиграем против милишных, урон мы сразу не получим. Потому что, ну, просто пули пролетят мимо нашей цели, но и нужно будет потратить время на то, чтобы дойти до нас. А, боже. Ладно, да, у них по одному дайсу, это обнадеживает. Ну ладно, раз мы здесь, давайте сквозь это как-нибудь попытаемся пройти. Левай такой, не нервничайте, мы прорвемся, Стефан. Мы что, действительно ввязываемся в это глупое приключение? Видимо, да, действительно, и ну, у нас двое больше дайсов, так что мы, по идее, должны выиграть. Но я не уверен. Но, по идее, как бы мы справились с офисом рассвета, который типа жестче, чем фулстоп. Но опять-таки, ну, пост там, по идее, так оно и есть. Окей. Давайте с милишными страницами поиграемся сначала. Ну, как бы все. Наша игра закончилась прямо сейчас. В теории мы можем перебросить, но на практике что-то я не верю в это вообще. Речи мы можем вот это вот забрать, по идее. Да, но мы вообще успеем добежать до цели, если мы все это попытаемся отразить или как? Может быть, я чего-то пока что не понимаю, но сейчас увидим. Может быть, не стоит самые мощные страницы сразу. Ну, сейчас увидим. Сейчас увидим. Вау. А. Ну это, конечно, атака, да. Слушай, они жесткие, очевидно. А, так подожди, у них же в первую сцену, блин, я совсем забыл, они в первую сцену мощнее. После первой сцены они значительно слабее встают. Хорошо. Ну и плюс они использовали свет, ровно как и мы, кстати. Так что мы должны справиться, по идее. По идее. По идее. Надо их просто подавить, попытаться. Но там как пойдет. Это мы еще уменьшим мощь. Мощь дайса. Может быть, просто впитать и все. Может, реально просто впитать? Дальше как пойдет? Блин, ну тут мы абсолютно ничем не перекрываем атаку. Ладно, окей. Немножко сложно следить за вот этими дайсами, которые дальние. И происходит с разного конца поля. Ну, слушай, мы вроде справляемся пока что. Вроде как. Вроде как справляемся. Чисто за счет прокачки моей. Вот штука интересно работает. На поджигание цели. Они еще медленно сгорают. Медленно, наверное, хедшот. Серьезно, да? Нужно будет позабирать вот эти дайсы. Попытаться.
справимся, нет. Но какие-то и не сли... Понятное дело, они их расходуют при атаке, но какие-то, вот знаешь, слишком мощные страницы. Вроде стоит всего два света, но 4-7, 4-7! Еще и фибл, еще и защита, это просто типа вау, что? Это чересчур. Как это чересчур? Так, Butterfly Slash, ну... Я думаю, нужно дамажить просто, надо их поджигать. Блин, не на... почему вот вы единичку выбрасываете? Это же всего лишь единичка. Да чересчур мало. Можно там тамаки застагерить? Слушай, мне не нравятся эти рейнджовые карты. Какие-то они чересчур. Вот интересно. Больше... О, больше мощи в клэше, кстати. Вы шутите, да? В один дайс! Вы чё, черти? Слушай, это страшные карты, я миллионный раз повторяю. Да и тут не хватает, вот как раз-таки добрать нам карточка. И кто первым-то будет? От скорости не зависит же... А, ну да. Мы же говорили, я только сейчас вспомнил. Да мы не перебросим, это просто вау. Никак. Просто никак. Пожалуйста, сгорите просто и все. Просто вау, они издалека нас расстреливают, и все. Наконец-то стагер один. И она сгореть, по идее, должна. Ух, минус тамаки. Слушай, как ты это... Будьте начеку. Еще не все... Все еще не кончено. Черт, давайте с этим побыстрее покончим. А, такое чувство, будто бы это еще даже сложнее, чем... А, рассвет. Может быть, я просто не умею общаться, да, с этими... дальниками пока что. Ну, скорее всего, так оно и есть. Так оно и есть. Как-то страниц маловато, конечно. Нам их нужно продолжать добирать любой ценой. Кто собирает одна Малхут, как-то, ну такое. Так уже получше будет. Окей, надеюсь, мы выживем. Блин, чего вы такие дайсы огромные выкидываете? Вы чё? Ага, последний дайс, который мы выкидываем, он ресайклится. Еще один стагер, ей! То бишь, и мы его повторяем вновь. Они вышли, если что, на... Блин, одно хп... Ну, ладно, одно хп, он сгорит, по идее. Вот огня, да? Так что над ним можно вообще не париться. Это потно, да? Чувствуете? По-любому мне там уже настрочили, что ты неправильно играешь и все такое прочее. Вообще в этом не сомневаюсь.
Но, камон, я с такими гостями впервые сталкиваюсь. Нужен опыт. Даже если впервые, мы с первого раза справляемся, разве нет? Ну, как бы, вот и все. Минус Ливай. Именно я это затеял. Ну да, именно ты. Но мы справились с ним. Да, смотри, я так и думал, что это как выстрел в яблочко. И тут, видать, чего-то еще написано. Напишите, что именно. С первого раза, конечно, все это было на ниточке, да, на иголочке. Еле-еле, но... Мне понравились их дальние страницы. Нужно будет какой-нибудь этаж снарядить под это дело. Ну, или комбинированно чего-то сделать. Ну, потому что интересно. Это абсолютно новая механика. И расходники, и дальние страницы, и все такое прочее, надо подумать. Надо явно подумать, но... Что касается гостей, то они мертвы. Становление цветом — это жизненная цель всех корректировщиков, желающих стать свободными. Цвета — это лучшие из лучших, настоящая гордость ассоциаций, те, на кого стоит равняться. Так что неудивительно, что многие мечтают однажды заработать богатство, славу и свободу, так же, как и цвета. Каждый цвет назначается ассоциацией Хана, и считается, что это идеальные корректировщики для решения запросов высшего ранга – звезд города. Но сейчас на цвета даже не могут выбрать себе новое имя. Поэтому я часто задумываюсь, насколько истинная свобода, которая чуть ли не насильно была себе вручена. Почему город остановился именно на слове «цвета», когда есть столько много прочих стильных слов? Без комментариев, я и сам не знаю, почему так. Я лишь могу предположить, что, ссылаясь на цвета, людям проще запоминать и узнавать их. Возможно, не этого ответа вы ждали, но это и не важно. Каждый цвет работает по-своему, что напоминает, что и настоящие цвета разительно отличаются друг от друга, имеют свою конкретную индивидуальность. Так что, если так подумать, в этом названии есть своя логика. Лишь немногие корректировщики используют огнестрелы для самообороны. Пули стоят как конечности, а серьезные противники, как правило, слишком быстрые и ловкие, чтобы в них в принципе можно было попасть. Кроме того, с огнестрелом мало что сделаешь в ближнем бою. Так что все, что остается, это стрелять по слабым местам, а если не получится, то тут либо бежать, либо иметь ближнее оружие в качестве запасного варианта. Вот только убежать редко когда получится. Улучшение, позволяющее бегать достаточно быстро с тяжелым огнестрелом наперевес, стоит непозволительно дорого. А если вы снайпер, то оружие еще нужно будет собрать и разобрать, что занимает драгоценное время. А теперь представьте, что ваш драгоценный огнестрел будет поврежден, если вы попытаетесь им заблокировать атаку, что тогда? Если что, я говорил об оружии, которое носим я с Тамаки. Наверное, вы даже не догадаетесь, что там у Левая. Но, знаете, разновидностей огнестрелов довольно много. Я слышал, что существуют более легкие винтовки, оружие со штыками для ближнего боя, однако и у такого оружия есть свои недостатки. Так что не спешите их покупать, черт. Да на эти деньги лучше купить качественное оружие из мастерской или сделать аугментацию. А еще, вы же не планировали использовать огнестрел без практики? Нет, ну, вы, конечно, можете и так. Но тогда даже не буду заикаться про вашу точность или даже травмы с непривычки. А на это все нужны пули, которые стоят целое состояние. Но несмотря на все это, существуют мастерские, занимающиеся производством огнестрелов и пуль. А также люди вроде нас, которые это самое оружие покупают. Тут я, пожалуй, к плюсам перейду. Огнестрелы простые и удобны в использовании. Высокие затраты и не будут проблемой, если каждая пуля найдет свою цель. Да и более низкоранговые угрозы, вроде простых головорезов из подворотен, ничего не смогут противопоставить такому оружию. Сюда бы добавить еще технологию подавления звука выстрела. Ну а такого еще не придумали. А если бы и придумали, то стоила бы она как ваша жизнь. Так что давайте забудем об этом. Да и не нужна она. Все, что вам нужно, это выгодная ситуация, вот и все. Существует не так много мастерских, производящих огнестрелы. Слишком много в этом деле издержек, вроде низкого спроса, сложности получения лицензии
и огромных налогов в пользу главы. Плюс особые требования к изготовлению, такие как, цитата, «Чем больше калибр оружия, тем короче должен быть его ствол», или «Оружие не должно обладать достаточно огневой мощью для пробития стали или стен зданий», или «Звук выстрела должен быть слышен». Это я даже не перешла к бредовым, по-настоящему бредовым. На первой странице руководства по изготовлению огнестрелов ясно написано: «Не исследуйте, не используйте технологии, которые нарушают правила, установленные главой, иначе вас ждут санкции». Я сама не оружейный мастер и не знаю всех подробностей, да и, честно говоря, не хочу знать. Конечно, существуют мастерские, которые изготавливают огнестрелы премиум-класса, но их по всему городу столько, что по пальцам одной руки можно пересчитать. От кого они принимают заказы и какие люди ими управляют – настоящая загадка. Люди говорят, что глава ввел эти ограничения, потому что не хочет, чтобы людям в городе слишком просто причиняли вред. Огнестрелом можно запросто убить, но так. Кроме того, стрелку даже не нужно раскрывать себя, плюс большинство жителей города не сможет не то чтобы уклониться или отразить пулю, но и вообще заметить ее. Однако, как мне кажется, дело тут не только в сердобольности главы. Все равно в городе существует 1001 способ, как быстро убить кого-то. Дело же не в том, что у крыльев нет таких технологий, чтобы создавать превосходное оружие, точно нет. Тут точно дело в чем-то другом, ежу ясно. Я уверена, что в городе полно людей, которые задаются такими же вопросами, что и я. Однако почти никто не пытается докопаться до истины, потому что, ну, у всех слишком мало свободного времени. Все заняты сведением концов с концами и банальным выживанием. Да и опасно это, копать под сильных мира сего. Так, ход блазит броулер. Огромное количество получили мы этого дела. И как отреагируют наши прекрасные люди? Ну как люди? Прости, Анжела. Ну вот. Этот Стефан превратился в книгу, как он того и хотел, как он того и ожидал. Как-то даже грустно было видеть, как он по миру скитался до конца. Что имеется в виду? Ну что, типа, вот жил своей жизнью, вот как до этого дошло, по идее. 세상을 탓하는 것이 잘못이라고 생각해? Ты думаешь, что я не права, то, что во всем виню этот мир? Да права, как бы из-за мира это все произошло, но я до сих пор не понимаю, кому она ищет возмездие. Потому что А, Б и Т, да, ну, Айн, Бенджамин и Кармен, они кончились, корпорация разрушена, которая держала тебя в круге страданий. Или ты решила дальше пойти миру возмездие совершить? Но ты же говорила, как интересно встречать новых людей, как интересно изучать этот мир, было бы мне, я хочу жить, и все такое прочее. Но вместо того, чтобы этот мир менять, она по факту его просто перемалывает и пытается чего-то сделать. Я не понимаю ее мотивацию в полной мере, если вот так вот подумать. Что типа, я также на мир жаловалась, ты думаешь, что я не права? Да нет, с этим все как раз таки нормально, я не думаю, что он какой-то слабовольный был или что-то вроде того, что пытался во всем, ну, мир винить во всех грехах или чего-то вроде того. Так и есть, как бы, это из-за мира мы такие. Из-за мира. Это не мы такие, жизнь такая, как говорится, да? This is this, that is that. Вот это вот все. 나도 그 세상에 사는 게 안타까워서 그렇지. 애써 세상을 탓하지 않으려는 내가. Просто такая жалость, что я себя, скорее всего, жалею, что жил в том же самом мире и не пытался, ну, как это, не винить этот мир. То бишь, и я винил этот мир, и он винил. Просто как-то жаль, что все винят мир и ничего с этим не делают, или что? Или я типа стенал, но ничего не пытался изменить, или что? 난
Я проклинаю этот мир. Вот это, конечно, серьезная заявочка. Да, добре. Да так же. Так же, если честно. О, улучшение на Саха. А где там Малхут, Есот? А, о, ну, скорее всего, четвертую, да? Встречу нужно провернуть и... Ну, скорее всего, мы откроем одновременно и Малхут, и Исода, или нет, или только кого-то из них, ну, скорее, Исода. Как-то мы вообще с ног на голову открытие улучшения этажей повернули в этой главе. Судя по тому, что я видел, этот мир реально проклят. Это какое-то адище, какая-то преисподняя просто. Спасибо, Ламент. Спасибо, Лимбус, за то, что еще больше дал поводов мыслить так. Но я чувствую, что все-таки сегодня мы не отправимся вот сюда. Не знаю, сколько времени, если честно, ушло уже на серию, но 1.5 часа 100%. И учитывая то, что здесь будут ставочки еще, давайте сожжем книжки. А, кстати, какие книжки нам нужны будут потом? А, подожди, не... Full Stop Office и Distortion, то бишь... И это тоже будет один акт. А, то бишь, это факту прямое продолжение вот этой вот истории. Может быть, дальше с Аргалией, с этим. Или чего-то вроде того. То бишь, отдельные, я так понимаю, страницы нам не нужны. Подожди, нам не выпала страница... Тамаки? А, внезапно. Ну да, у Стефана синяя, у Левая фиолетовая, у Тамаки, скорее всего... Ну да, вот тоже синяя. Она отсюда может тоже выпасть. Да я их все сожгу, камон. Я потом еще раз буду... фармить, как я это обычно говорю, и так всегда происходит. Тем более, что мне потренироваться на оранжевых ребятах нужно. Ну и вот, все они выпали, можно их юзать будет. Только можно использовать дальние страницы, вообще мили тут не работают, вау. Это интересно, кстати. Истамаки та же самая фигня, и тут... А, тут можно использовать и милишные, и дальние страницы, ну, то бишь, как это было у Левая на самом деле. Ну, слушай, скины у них, конечно, внешка очень-очень даже любопытная, особенно вот у Левая. Надо будет с этим поиграться, я даже не знаю, кому я решил это все дело дать. Можно на Цаху дать, если вот подумать так. Потому что тут через горение все идет, тут я вроде как через сбросы пока что, хотя тут можно было придумать. Можно вообще дать вот сюда, потому что этот этаж я особо никуда не развивал пока что. Я подумаю. Здесь я вроде как через кровищу хочу пойти. Но опять-таки я еще не решил. Так что, ну по идее, либо на Цах, либо Кетер. С оранжевыми карточками у меня пойдут. А, и еще один момент. У Левая Speed Dice 1, да? Жалко. Блин, вот реально. Два Speed Dice до сих пор было вот только у Ольги, Сальвадора, Уолтера и у кого-то еще. У кого-то еще. У Гионми, все. 4 страницы на 3 с лишним головы, если вот подумать. Так что, вау. Я вот думаю, стоит ли сейчас... Понятное дело, абсолютно точно не стоит сейчас идти к улучшению на Цаха на 4-й тир, потому что это займет много времени. Но стоит ли сюда засунуть первые сайд-стори? Чумы, я... Подумаю. Ну, вы, впрочем, сейчас увидите, это будет либо концовка, либо еще одна вставка. Нет, я все-таки решил ничего не вставлять, лучше потом когда-нибудь это сделаем, когда у нас будет больше времени. Так что это была очень любопытная серия с точки зрения сюжета, наверное, вот самая пока что интересная во всей чуме. На втором месте карнавал, на третьем месте вот это вот. Ну, потому что реально что-то крупное назревает, и вот такое чувство, будто вот все вот то, что было до этого, это так. Прелюдия одна большая к...
тому, что будет потом. Так что, если вам эта серия понравилась, разумеется, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить следующий выпуск, да? Ну и пишите ваши комментарии, будет, как всегда, приятно и полезно все это дело почитать. Залетайте на стримы или смотрите записи трансляции, пожалуйста, чтобы YouTube видел, что это нужно, да? Мой канал куда-то двигать, хоть он и супер маленький. Вот. Ну или смотрите запись, я про это уже говорил. Все необходимые ссылки на поддержку канала рублем, если хотите. Мне это бы очень помогло, да, в плане мотивации. А на группу ВК, мою и Project Moon'овскую, русского комьюнити. А на Twitch, на Discord, все будет в описании канала, в шапке канала или там где-нибудь под видео. Ну, короче, вы знаете, кто заинтересован, и не знают, где все это дело искать. Так что увидимся там, где вы этого захотите. Скорее всего, в следующем выпуске библиотеки, но это как пойдет. Так что всем пока, народ!